мотоциклисты трафирующими пулями мелькали взад и вперед по автостраде. Мы приземлились за столиком в уличном кафе. Ты заказал грибы под винным соусом, бутылку пива и салат из одуванчиков. Я попросил принести то же самое. На мне был только что в подарок купленный льняной костюм цвета высохшего дерева. В кармане брюк давили запасные пуговицы. Меня не влечет ее швейцарский счет. Обман не для меня. Мне просто хочется скрыть одиночество летнего дня. Пока ты рылась в редикюле, мыла перышки, звонила родственникам с моего мобильного. Я допивал аперитив и помалкивал. Та-ди-да-да-да. Потом ты говорила с акцентом о политике, в семейном бизнесе в ЮАР хвалила мужа. Спросила, помню ли я Лидию Ивановну, между прочим. Та-да-ди-да-да-да. На, боже, сколько же мы лет с тобой не виделись. Мне говорят, ты бросил пить, оставил кафедру. Я отвечал односложными фразами. Та-ди-да-да-да. Меня не влечет ее швейцарский счет. Обман не для меня. Мне просто хочется скрыть одиночество летнего дня. Расплатиться, ты ответила холодным взглядом и хрустящими купюрами. Дала визитку с телефоном в Копенгаген. Чмок, чмок, пока. Я посидел еще в баре до полуночи. Все думал, кто этот парень, с кем меня ты перепутал. Потом надел его пиджак и отправился. Ла-ра-ди-да-да-да. Домой. Na-da-da, 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 na